В состав молекулы сахарозы входят гидроксильные группы. Сахароза ведет себя как многоатомный спирт, то есть растворяет гидроксид двухвалентной меди. Приготовим гидроксид двухвалентной меди реакцией обмена медного купороса и гидроксида натрия. Возьмем немного медного купороса и приготовим его в водный раствор. Прильем раствор щелочи к раствору медного купороса. Образуется осадок гидроксида двухвалентной меди. Добавляем в пробирку сахарозу. Сахароза растворяет гидроксид двухвалентной меди. В пробирке появляется ярко-синий сахарат двухвалентной меди. При нагревании не происходит восстановление меди. Это значит, что сахароза не содержит альдегидной группы.